Приглашаем на сцену балагура, поэта, чтеца, немножечко даже музыканта и прямо-таки нашего философа, победителя четвертой игры в бисер Сергея Масленникова. У-ху! Ну что ж, друзья, я сначала всех поздравлю с наступающим Новым годом. Пожелаю всем, чтобы ваши желания, мечты и прочие мысли, которых вы хотите, чтобы они не просто так вот с потолка вам упали, а чтобы каждый из вас добился того, чего он хочет. Вот так вот. Ну и сегодня вручение Оскаров проходит. Я вот был на вручении Оскаров в прошлом году, и в прошлом году это было вручение книг Оскара Уайльда, если мне память не изменяет. Да, да, да. Вот. Я в этом году попробовал совершить такой эксперимент. Ну, наверняка многие из присутствующих здесь читали роман Уайльда «Портрет Дориана Грея». Конечно. Ну вот, а я этот роман сумел уместить в одном стихотворении. И сейчас вам его исполню. Жил человек однажды молодой, и жизнь свою он нес во зло не веря. Он добрый был, веселый и живой. Носил он имя Дориана Грея. Однажды занесла его судьба к художнику, что в Лондоне трудился. Не смог тогда он подобрать слова. Портретами его он восхитился и попросил он написать портрет, что будет отражать его натуру. Художник «да», сказал ему в ответ, и принялся изображать фигуру. Портрет тот вышел выше всех похвал, и Дориан забрал его с собою. Художник Дориану рассказал, что был портрет, завязанный с судьбой. Он на себя все будет забирать. Грехи, обиды с травмами и злобой. Но ты, мой друг, был должен понимать, он обладал условием особым. И начал Дориан разгульно жить, меняя женщин, будто бы перчатки, с наркотиками начал он дружить. И жить, как в день последний, без оглядки. Висел на стенке проклятый портрет, накрытый белой тканью, и пылился. И для него неслось течение лет, а Дориан в беспамятстве глумился. И вот, однажды, сдернув ткань с него, столкнулся с демонами Дориан глазами. Они смотрели с гневом на него. Его глаза наполнились слезами, он начал таять, превращаясь в прах. И пеплом на полу он растворился. Ну а портрет, его увидев крах, на удивление всем нам, омолодился. С поры той утекло воды уж много, пронесся не один десяток лет. Но окрылен улыбкой, одиноко, висит на стенке проклятый портрет. Так, а сейчас я хочу позвать на сцену моих помощниц, дорогих, любимых, Иришка, Маришка, Марина Золотова, Ирина Солонова. Идите сюда, помогайте. Так. Так, сейчас. Ладно. Что тут отвечать за пожарную безопасность? Так. Кстати, стоечка. Этому человеку сегодня не сладко. Следующий участник фаер-шоу называется. Фаер-шоу. Нет. Фаер-шоу не будет. Будет просто шоу. Горели черная и белая свеча. Одна дарила свет, другая — тьму. Погаснуть захотела вдруг одна, и тьму дарить ей стало ни к чему. Та, что дарила свет, ей говорит: «Не гасни, без тебя я пропаду, ведь станет слишком ярким для людей тот свет, что безвозмездно я дарю». Но я дарю лишь только темноту, и людям очень страшно в этой тьме. Быть может, все же просто я уйду, оставив право свет дарить тебе? Дари ты тьму, я буду свет дарить. Ты будешь ночью, я же
светлым днем. Нам суждено вдвоем гореть и жить, весь мир озаряя здесь огнем. Гореть и жить я буду здесь теперь. Рубить не стану больше сгоряча. Я буду в этой жизни все терпеть. И загорелась черная свеча. Иришка, спасибо большое. Спасибо. Так, ну а сейчас, Марин, да, я подержу, ты немножко преобразись. Вы наверняка, ну, опять же, некоторые из вас читали такую притчу про кузнеца и смерть. Читали, знакомы, нет? Ну, я ее расскажу сейчас, но расскажу вместе с Мариной в стихотворной форме. Однажды у печи ковал кузнец, и вдруг увидел тени на стене. Он отложил свой молот наконец. Кто в этот поздний час пришел ко мне? В дверном проеме он увидел смерть. Была что в балахоне и с косой. Как не хотел, не мог он не смотреть на взгляд ее, усталый и пустой. «Поправь мне косу», — молвила она. Кузнец сурово отвечал ей «нет». С водою, осушив бокал до дна, он начал перед ней держать ответ. «Людей косой ведь этой губишь ты! Страдания несешь и в сердце боль! Не стану править сталь я той косы!» Смерть перебила. «Мне сказать позволь! Я провожала вас в последний путь, и добрым был всегда мой взгляд в глазах! Попробуй на меня сейчас взглянуть! У всех я вызываю только страх!» Последний раз взглянувши на него, она ему сказала: «Просто знай, коса нужна мне только от того, что заросла травой дорога в рай». Ну и закончу я так, что у каждой профессии запах особый. Булочник пахнет тестом и сдобой, директор цирка шерстью макак. И только поэты не пахнут никак. Всех с наступающим Новым годом!